20 лет тюрьмы в колонии средней безопасности. В Алматы сегодня вынесли максимально суровый приговор общественнице Балжан Турлыбек, убившей свою падчерицу. Следствие доказало, что 7-летняя девочка, страдающая недержанием кала, была смертельно избита мачехой именно из-за этой своей особенности. Осужденная свою вину признавать отказалась и заявляла, что обязательно подаст на апелляцию. Если же приговор останется в силе, то освободится Балжан Турлыбек, уже будучи пенсионеркой в возрасте 67 лет. В заключении указано, от чего наступила смерть. Помимо этого, значит, на теле малолетней Закураевой были обнаружены прижизненные до дня наступления смерти полученные телесные повреждения. Это кровоподтеки, синяки. Осужденная заявляла, что избивал девочку и ее отец. Наказание для него собирается добиваться и бабушка убитой Карины. Года хотя бы 5, вот так, 4. Тоже его надо привлечь. А он раскаивается? А он нет, он не раскаивается. Буду такая его подавать, чтобы тоже его посадили. Потому что он бил, издевался, потом ему доверили ребенка. Напомню, трагедия произошла 9 месяцев назад. Судебное разбирательство длилось более полугода. Приговор пока в законную силу не вступил.